Ниндзя! Сегодня на обед у нас ассолтные терминаторы Бладов. Два литника, пять терминаторов. Смотрите, у нас стандартные терминаторские доспехи, украшенные всякими каплями крови, или не крови, как пойдет. Ну, вообще тут все, конечно, в геральдике Бладангелов. И если вдруг у вас возникнет такая мысль о том, чтобы из них сконвертить что-то другое, то это будет крайне сложно сделать. А наплечники, я про наплечники даже не говорю. Круцификс, понятное дело, у всех есть, а здесь вот у нас куча капель, крылатых капель. Щиты, соответственно, тоже все в геральдике. Щитов при этом 5 штук. Вообще по закачке тут как бы все нормально. Клавсов 5 штук, то есть здесь у нас 2 пары, и на этом литнике еще 3. И забавный момент, смотрите, у нас это вот как бы нагрудник. И мы видим, что у нас есть один нагрудник без головы, и 1, 2, 3, 4 уже со стройными головами. Что непонятно, зачем сделано, вроде как облегчает сборку, но к тому же вариативность уменьшает. То есть это всегда будет смотреть куда-то сюда, эти будут смотреть прямо. При этом для нашего, ну, судя по всему, сержанта, куча вариантов голов. 1, 2 голова. Далее, на этом литнике 3, 4, и есть еще обычные в шлеме. Итого на одного парня 5 голов, полный набор. Ну, здесь, соответственно, еще пара тел у нас, 5 молотков. 5 шикарных молотков, тоже такие крылатые, прям даже хочется у них спереть. При этом какой-то особой геральдики практически нет. Ну, это, я думаю, легко замазывается или затирается, если вы хотите собирать не Бладов. Офигенное знамя, как бы, которое уже все нарисовано, вам осталось только красиво это раскрасить. Никакого фрихенда не нужно. Немножко у нас обвесика такого приятного. Шилдики, опять же, для всех терминаторов, причем на выбор, как хотите. Есть классные ангелочки, есть такой, есть вот такой. В общем, обвесик, в принципе, есть на все вкусы. Плюс, как бы, телепорт-хамер у нас есть с чашкой. Чашку можно вырезать и, там, Сингамор Престу дать, например, ее. И, ну, если вы какую-то конверсию делаете, а не покупаете готовый набор. В общем, очень классная коробка. Все есть, все можно собрать. Пацаны очень красивые, но если вы хотите делать не Бладов, то вам эту коробку покупать не нужно. Ну и, наверное, стоит упомянуть, что это такое наследие Space Hulk, потому что, конечно, эти терминаторы во многом повторяют тот набор, ну как набор, те миниатюры, которые были в Space Hulk, да, очень похожи, те же позы. Я думаю, просто те миньки были распилены, если они изначально были как бы не распилены, потому что, возможно, те просто собирались и штамповались, а изначально они были вот так же. Но тут я, опять же, не знаю, только сам свое выдумаю. И еще раз, отличный набор, если вы Бладовод. При том, что именно сейчас у Бладов там своя формация с чарджем из Дипстрайка, так что вообще даже павер –